Парусная регата в честь Дня Победы, которая проходила при поддержке Югспорта, стартовала 3 мая в Сочи. Отсюда в 11-дневную гонку отправились 5 яхт. Всего 70 яхтсменов и юнги, и ветераны парусного спорта. Путь держали до Новороссийска. Там к парусному походу присоединились еще 2 яхты. В городе-герое Новороссийске участники регаты возложили цветы к мемориальному комплексу павшим воинам. Кстати, с собой на борту из города-курорта яхтсмены привезли сочинскую землю. Далее участники гонки отправились в Севастополь. Там также прошли памятные мероприятия. Возле историка мемориального комплекса героическим защитникам Севастополя 35-я береговая батарея. Там прошла торжественная передача капсулы с землей. И были высажены саженцы лавровишни. Их в Севастополь привезли из Сочи. Сегодня сочинские участники парусной регаты «Победа» поздно ночью вернулись с исторического парусного похода с севастопольской землей на борту. Это действительно дорогого стоит. И у нас у всех вот просто вот такая есть радость, что мы с благодарностью сделали эту программу, с благодарностью нашим ветеранам. Вот, собственно, все. Так что, в общем, пришли сегодня где-то в 3 часа утра. Вот, погода нам позволила идти достаточно быстро. Уже в следующем году участники регаты планируют повторить гонку по победному маршруту.